Видов карт Таро существует огромное количество. Ленорман, Уэйт, цыганское Таро. Столько различных вариаций, которые открывают свои двери в мир эзотерики. Но окунуться с головой в тарологию не получится. Ведь каждая колода особенная и требует особого подхода. Начинать лучше со специальных пособий, одно из которых мы покажем в этом видео. В набор гид по Таро для начинающих входят карты и книга. Колода из 78 карт традиции Уэйта очень красочная и насыщенная символами. Разработана специально для начинающих так, чтобы научиться распознавать символы и их значения. Традиционные символы позволят приловчиться к работе со всеми школами. Основой обучения станет книга Джульетты Шарман-Бюрк. Это 200 страниц полезной информации и подробного объяснения каждой карты. В книге рассмотрен каждый аспект работы с картами. Символизм, значения и расклады. Ознакомившись с книгой и колодой, вы сможете развить необходимые практические навыки.